дело, как создавалась вот эта вот картина? Эта картина, ну, которую Сергей Николаевич не сказал, как она называется, но ангел-хранитель изображен на этой картине. Вот, значит, в 2001 году, в начале третьего тысячелетия, я работала в вечерней школе. А вечерняя школа – это люди, которые не получили образование и поняли, что им надо его иметь по разным всяким причинам. Кого-то родители заставляют, кому-то надо соответствовать свекрови, потому что свекровь – учитель истории, а он, значит, зять вообще там склонять не умеет, числительные, а работает менеджером, ему надо это делать, уметь. Вот, в общем, всякие люди там работали в вечерней школе. И стоял вопрос о том, чтобы вернуть вечерние школы, это наша вот 179-я за линией. И, значит, директор говорит, будет семинар директоров, значит, учителей высшей категории отобрал 4 человек, вот Галина Васильевна, учитель высшей категории, не даст соврать, вот так же, как не дадут сестры Тихонравы соврать, если я что-то говорю, и Татьяна, вот. И значит, вот я урок по русскому вела, Галина Васильевна по истории, был еще урок по физике и по химии. Вот 4. И приехали к нам такие мастодонты, самые-самые главные люди из, ну, из управления образованием, и наши местные. У меня на уроке была заведующая РАНО, вот, женщина, значит, из этой детской комнаты милиции, ну и еще там какие-то очень важные люди из города. Ну, вы знаете, что такое открытый урок? Открытый урок – это катарсис. Вообще...